lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. Я специально снимаю, чтобы Никита на меня сильно не ругался. Привет! Пошли. Я говорю, что я специально снимаю, чтобы ты на меня сильно не ругался. Давай, говори, говори. Тебя сядет куда-нибудь батарейка. Я опоздала. Насколько, Никит? Насколько? Ты расскажи, что я тебе расскажу. Ну, на час. Это по самому скромному подсчету. Ну, блин, я снимала влог, точнее, я его монтировала. Я закончила, тут же я быстро собралась, при том, что я планировала снять свой макияж на камеру, так не сняла. Быстро собралась, между прочим, и приехала. Так что я могла еще дольше. Я вижу, да, примерно за 5 минут собралась. Судя по макияжу, да. У меня очень простой макияж. Я такой могу кому-нибудь минуты за 2 сделать. Я такой могу, я сделала его за минут 15-20. Хотя обычно я макияж только делаю час. Поэтому я считаю, что я очень даже быстро сделала. За 10, за 20. Вот, так что сейчас Никита с недовольным лицом. Да, ну, все, в принципе, как всегда. Мы идем на Empire. Мы идем на Empire State Building, да. Заборы там не очень высокие. Это то же самое, типа ты мне в отместку насчет полета, насчет прыжка с парашюта, что ли? Да-да-да. Ладно, это секретную историю, я вам не буду рассказывать. А то он сейчас опять обидится. А где он находится-то хоть? Вот это должен быть вход. Вот здесь, да? Она сказала, что она нас ждет на... Ну, на первом этаже. Так что давай уже подойдем быстрее. А, подожди, нет, что-то... Нет, по-моему, там где? Огромная линия, нет? Она сказала на лобби. И где это? Давай я именно позвоню. Смотрите, мы просто пропускаемся в очередь и идем прямо туда, куда мы хотим. Супер. Thank you. Сейчас посмотрите, как это будет. Всего лишь какой-то пропуск, а мы можем заходить, куда мы хотим. And feature unobstructed 360-degree views. The Observer Club and Empire State Building is a Guys, we're approaching the 80th floor museum. We're all going to take a right. Those with express will take a left. Enjoy your museum, guys. Thank you.
Stay there and like later we will tell you about the view, how it looks like. Смотрите, как красиво, боже мой. Кстати, вон видно мой колледж. Вот там находится. Вот он. Вот он. I'm so happy. Thank you. You're welcome. You're fine, New Jersey boss. Нас декорируют. Ну, Никита всегда знает момент, понимаете, да? Мы хотим любоваться, а он фотографирует. Никита. Он такой злой на меня, Никита. Я шучу. They're so high here. Мы сейчас на 86 этаже находимся. И вот здесь как раз открывается такой потрясающий вид. Сложнее снимать, чем я думала, потому что людей очень много. И я бы посоветовала, что если вы приезжаете сюда как турист, наверное, все-таки приезжайте прям, ну, очень-очень рано, потому что, во-первых, нужно ждать огромную очередь, а плюс к этому тут, конечно же, людей, ну, просто офигеть сколько. Посмотрите. Это еще с одной только стороны, и у меня здесь летит платье, как я не знаю что. Точно знаю, что. Тут очень-очень красиво, конечно же, вид тут просто потрясающий. Кристина! Это моя подружка. Мы с ней встретились, кстати, на курсах Ютуба, и мы вот подружились и решили сделать здесь фотосессию, потому что она работает, и она нам сделала бесплатный проход, и, в общем, мы здесь не ждали никаких очередей, поэтому мы такие как модные, блатные сюда пришли, модные вообще в тему. Упс! У меня платье летит, я ничего не могу поделать. Я себя чувствую реально настоящей Мерлин Монро. Тут просто божественно. Do you like it? Yes. So nice. Но это видео. Вот так мы фотографируем. Какая красота! Вон летит вертолет. Начались уже огоньки, уже вечерний Нью-Йорк, а он, конечно, когда вечером, еще более красивый, чем днем. Я такая счастливая сейчас. Merry Christmas! Сколько она стоит? $12. Боже мой, посмотрите, какая классная!
Господи, какое бесполезное использование $12. Можно. Не может быть. Сколько она? 11.99. А, 11.99. Ребенок нашел свой. Сколько она стоит? $30. В общем, как вы поняли, тут много, очень все за $30. Капец. Ну вот это мне сильно понравилось. Я обожаю как раз Карай, я обожаю эти шляпы. О май гад, это я. Yeah, all the way down here. How long is the subway? Мы пришли с вами в Macy's. На первом этаже тут, ну, очень много различной косметики. Dior, Estee Lauder, Tom Ford, La Mer. Потом что тут? Ну, тут все на самом деле есть бренды. Мы идем на второй этаж, чтобы попить кофе. Возможно, что-то покушать. Вон Джо Малон, Марк Джейкобс, Эрмес. Потом что-то еще. Клиник вон есть. А мы с вами едем наверх. Там будут продавать классную обувь. Кстати, вот эти туфельки, которые у меня сейчас босоны. Туфельки, которые я вам только что показала, я их покупала, кстати, в Macy's по очень хорошим скидкам. Поэтому, если вы бываете в Нью-Йорке, да даже если вы здесь живете, я вам очень рекомендую зайти в секцию, где здесь по скидкам все. Я очень много классной обуви здесь находила, поэтому мы, в принципе, можем сейчас с вами быстренько зайти и посмотреть. В общем, выглядит примерно это все таким образом. Вот, например... Что-то у меня в последнее время только обувь получается вам показывать. Не знаю, что вам показать. Например, вот эти очень крутые. Они, правда, не кожаные. Но они вот прикольные, мне кажется. Стоят они $55.73. Какие? Никита, это ты бабушке выбираешь? Да, я даже тебе выбираю. Так, давайте посмотрим, что есть еще. Например, что? Michael Kors, вот смотрите, вот такие. Они стоят $61. Вот. $61, как будто я хочу еще что-то сказать. Так, вот такие, например. $48 стоят. Пойдемте дальше. Вот симпатишки. Симпатешки. Вообще $23. Офигеть. Но они, наверное, не кожаные. Слушайте, смотрится очень круто. На бабушке. Ничего не на бабушке. Может, на дедушке. С собой только и ходить на шопинг. В общем, вот так это все выглядит. Вы можете видеть здесь огромные стенды с обувью. Но это именно секция, где скидки. А обычно, вот мы идем дальше, тут вот такие стенды с различными брендами. И вот как-то так примерно это все выглядит. Мы просто поднялись на этаж с обуви, потому что мы идем в Starbucks, и приходится вот это все проходить. Вот смотрите, вот эти модняшки какие. Вот еще каблук такой интересный. Стоят они $89.50. Идем дальше. Вон Кристина с Никитой идут впереди. Так что, здесь уже другая секция. Тут, кстати, распределено все по размерам. Поэтому, вот, например, здесь какие размеры у нас? Не вижу я. В общем, не вижу, какие здесь размеры. Здесь вот Ralph Lauren. Потом вон там дальше есть Michael Kors. Например, вот такие. Стоят $79. Кстати, здесь очень много классных еще других скидок. Иногда ты берешь три пары, и ты можешь получить 50% офф.
В общем, можно найти очень хорошие предложения здесь. Кстати, последний раз, когда я покупала обувь, вот как раз таки я по скидкам их брала. Вот Michael Kors, все. Вот смотрите, модняшки какие стоят. Michael Kors. За $140. Такие. Такие 125. Идем дальше. Park the car. Что еще? Вот, смотрите, здесь, например, 30% скидка. Вот эти очень красивые. Но они уже подороже. Они стоят 275, и 30% они уберут. Что еще? Например, вот такие симпатяшки тоже. Стоят 245 также. То, что сейчас многие покупают себе. 198. Ладно, куда-то я зашла. Обычно здесь цены, конечно, подешевле, чем я вам показываю. Вот, например, 89.99. А мне вот это, мне вот эти очень нравятся. Смотрите. 79.99. Они будут очень классно сидеть на ножке. Вау. Мне нравится. What do you like, Christine? That was a joke. Вот такие, например, смотрите, волосатики. $90 еще они стоят. Вау! А тапочки какие розовые. You're good, thanks. 90. Никит, ты бы какие себе взял? Покажи. Ну, те, наверное, цвета неба. Цвета неба? Вон те. Ладно, пошлите сами. Feels so soft. Wow. How much is it? Let's see. Okay, found it. You found it? $125. $125 стоит. Ну, кстати, нормально для хорошего. It's not bad. $125. Я думаю, что это неплохо, кстати. И мы заходим с вами в тот Starbucks, где можно купить шампанское, вино. Мы пить не будем, мы сейчас что-то такое возьмем. Не знаю, кофе, чай. А вообще, я очень хочу кушать, поэтому сейчас что-нибудь выберу здесь. Вот так. Такая сумка стоит 358 плюс такс. Нужно всегда учитывать, что в Нью-Йорке такс есть. В общем, такие новые модельки всякие. Вот это очень симпатичная желтая. Кстати, почему-то в последнее время мне очень нравится желтый цвет. Такие всякие. В общем, много всего на самом деле здесь есть, но мы очень голодные. Кстати, здесь также есть Louis Vuitton, Gucci. Что еще? А мы голодные, поэтому сейчас пойдем кушать, наверное, куда-то. В Starbucks мы так решили ничего не брать, потому что мы голодные, а они все убирают, точнее, уже убрали. И там только, получается, напитки, а из еды ничего особо нет. Поэтому мы пойдем дальше. Let's go, guys! Пока я смываю макияж, хочу с вами немножко поболтать. В общем, в итоге мы пошли в Чипотле, покушали там мексиканскую кухню. И потом мы, получается, ну я поехала домой, Кристина тоже, Никита пошел куда-то гулять. И сейчас вот я приехала домой, поотвечала на комментарии. Я хочу вас всех поблагодарить за вашу поддержку. Признаться, я даже не ожидала, что вам настолько понравится. Самое интересное, что вам понравились длинные видео. Я думала, что наоборот, вы будете говорить, что они какие-то слишком длинные, но вам понравилось, так что я буду снимать как можно больше таких видео. Что еще? Тональная основа, которая у меня сегодня была, это Tamar Pacific. Она безумно круто смотрится на фотографиях. Прям такая как будто красивая отфотошопленная кожа. Хочу дать небольшое ревью насчет CC-крема от Lumene. Смотрите, она мне и понравилась, и не понравилась. Понравилась она мне тем, что кожа выглядит сразу такой красивой, здоровой, сияющей.
также я не чувствовала ее особо на лице, то есть это огромное преимущество. На лето вообще отлично, но единственное есть но. Тем, что я сходила на пляж, у меня есть небольшие такие сухие участки, и после пары часов она начала у меня подчеркивать эти шелушения, и как бы, ну, это не очень красиво выглядит на лице. Так что вот это мне, конечно, очень не понравилось. А также мне не понравилось тем, что через, наверное, 5 часов или через 4 часа, где-то 4-5 часов у меня прям, ну, уже стало видно, что она где-то скаталась, где-то она у меня просто сползла, то есть, ну, как-то, возможно, я руками трогала лицо и ее стирала, ну, в общем, я бы не сказала, что она сильно долго держится на лице. Кстати, дайте знать, как вы ей пользуетесь, возможно, я как-то неправильно наносила. Кстати, я использовала пальчики, ну, в смысле, руками наносила, и вот как-то так у меня все получилось, так что дайте знать, как вы ей пользуетесь, возможно, она работает как-то по-другому, если ее по-другому наносить. Пишите в комментариях. А я, наверное, пойду уже спать, умываться, спать, потому что завтра нужно снимать новое видео, монтировать, работать. Я вас всех целую. Увидимся завтра. Пока! Как и обещала, я сегодня хочу ответить на несколько вопросов, которые вы мне задавали, но я уже знаю, что видео будет очень длинным, поэтому я сегодня отвечу всего только на 3. Дальше в других влогах я также буду отвечать на ваши вопросы. Кто не задавал, пишите в комментариях, а я приступаю на них отвечать. И первый вопрос, который мне задали, девочку зовут Стейси. Планируешь ли ты всю жизнь прожить в Нью-Йорке или, может, хочешь переехать в другой штат-город? Пока что я не планирую никуда переезжать, меня Нью-Йорк абсолютно всем устраивает. Так же, как вы уже знаете, я учусь, поэтому, в принципе, я и не могу отсюда уехать. Но я думаю, что в ближайшие лет 10 я точно отсюда никуда не уеду. И, в принципе, пока что я, даже если начинаю задумываться об этом, хочу ли я переехать, наверное, нет. Да, даже не наверное, а точно нет. Я побывала во многих городах Америки, и все-таки Нью-Йорк — это мой фаворит. Я считаю, что мы энергетически больше всего подходим друг к другу. Ох, как я прям... Но это именно так. Я была в Лос-Анджелесе, я была в Майами, я была в Лас-Вегасе. Ну, в общем, я была во многих вот этих самых главных городах Америки, там Сан-Франциско также. И я понимаю, что вот именно Нью-Йорк — это мое. Так что пока что я точно не планирую никуда переезжать. Как говорится, никогда не знаю, что будет дальше, но пока что вот так. И второй вопрос задала Катерина Чербакова. Она пишет: интересно, как держишь себя в форме, питание, тренировки и прочее, посоветуешь какие-нибудь книги? Насчет тренировок. Я иногда тренировалась дома. Мне очень нравится блогер Латес, у нее называется канал. Она дает отличные упражнения, я прям чувствовала себя в тонусе, прям как нужно было. Иногда также я бегаю дома на беговой дорожке, но сейчас, когда у меня появилось больше времени, я начала ходить в спортзал. Я занимаюсь персональным тренером 3 раза в неделю. Если хотите, могу также взять вас с собой на тренировку. В принципе, покажу, какие упражнения я делаю, и как-то так. Насчет питания, смотрите, тут я вам точно не советчик, потому что я кушаю абсолютно все. Если мне хочется сладкого, я кушаю его. Единственное, конечно, я стараюсь уменьшить размеры, я стараюсь уменьшить порции, я стараюсь кушать меньше сладкого, мучного, но все равно я это все кушаю, просто стараюсь делать это в небольших количествах. Не кушайте на ночь, ведите активный образ жизни, старайтесь заниматься как можно больше спортом. Канал этой девушки я укажу в описании. Опять же, я не знаю, сказала или нет, она ведет его на английском, но я думаю, вы просто можете повторять те упражнения, которые она показывает, и как раз таки попрактикуете английский тоже, потому что когда будете слушать, у вас уже будет все откладываться в голове. Поэтому да, я это все укажу в описании. Насчет книги, то на данный момент я читаю вот такую от Джон Кэха, называется она «Подсознание может все». И я думаю, что вы знаете, что я человек, который верит в силу притяжения, что я верю в то, что мы в свою жизнь можем привлечь все, что мы хотим. Главное — уметь правильно мыслить. И как раз таки эта книга учит тому, как правильно мыслить, как правильно притягивать в свою жизнь то, что мы хотим, не привлекать то, чего нам в жизни не нужно. Иногда мы забываем о таких мелочах, мы забываем о тех истинах, которые мы уже знаем. Я думаю, что все уже видели фильм «Секрет», если нет, то посмотрите. И я бы сказала, что это немножко аналог, наверное, даже, просто сказано все другими словами, но, как говорится, повторение — мать учения. И в тот момент, когда у меня
не было никакой мотивации, когда мне не хотелось ничего делать, когда я упала силам и духом, я начала читать эту книгу, и я могу сказать, что она прям меня сразу же моментально вытащила из того состояния. Я опять начала работать со своим подсознанием, и теперь привлекаю в свою жизнь только счастье, любовь и все, что я хочу.